К другим темам. В республике с рабочим визитом находится руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Сегодня они обсудили с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым перспективы развития отрасли. Разговор шел о реализации федеральной целевой программы на территории республики. Въездной туризм набирает обороты во многих регионах страны. Чувашии тоже есть что предложить гостям, отметил Михаил Игнатьев. Глава Ростуризма с утра успел побывать на ключевых объектах. Провели очень такую тщательную работу, посетили все мероприятия, которые реализуются в рамках федеральной целевой программы, и буквально своими ногами прошли по набережной Московской и по другим местам. Амазонию посетили, очень интересный проект, очень перспективный. Так что я хочу сказать, что идет активная работа. Для нас очень важна реализация мероприятий в Республике Чувашия. Мы видим положительные изменения, позитивную динамику въездного и внутреннего туризма в Чувашской Республике. Это очень хорошо. Чувашия очень интересный, перспективный регион, где активно развивается туризм. Мы со своей стороны всецело будем эти процессы поддерживать. Стороны обсудили возможность участия республики в новых проектах федеральной программы. Ее концепцию развития до 2025 года как раз сейчас активно обсуждают специалисты туриндустрии.